Друзья, всем привет! Быстрый апдейт по ситуации на крипторынке. Биткоин дошел вчера до уровня 73 500 тенью 4-часовой свечи, при этом тело дошло до уровня 72 примерно. И после этого мы видим с вами небольшой откатик, довольно-таки здоровую коррекцию. В принципе, это напоминает обычный бычий флаг. Но может быть еще и прокол посильнее, как вот здесь. По ТРДР, если приближаемся, это что у нас, биржа Bitstamp, здесь мы видим много продавца в этой зоне, собственно, это еще здесь начиналось. И поэтому, да, может легко мы можем провалиться, может выйти так, что мы провалимся вообще ниже вот этих даже товарищей, ниже вот этих вот товарищей, куда-нибудь вот сюда закрыть, отретестить, например, зеркальный уровень сопротивления уже как поддержки. Но это не точно, сейчас пробежимся прям быстро по всем биржам, что там еще есть у нас. Bitfinex тоже здесь продавали. То есть, в принципе, мы видим, что преобладает продавец лимитный в стакане. Опять же, это не мешает покупателю рыночному цену выталкивать наверх дальше, разгружая этого лимитного продавца, но тем не менее. Вот. В целом, да, вот у нас такой каналчик тут образован. Можете считать его восходящим по вот этим восходящим продажам. Можете считать еще горизонтальной поддержкой ультимативной 65 с копейками. Но тем не менее, что есть, то есть. Как говорится, почем взял, потом и продаю. Кстати, ТРДР по $300 по нашей ссылке можете себе подключить в год. По $30 в месяц примерно он. Очень крутая штука. Ну вот, здесь тоже Bitfinex, очень большие продажи. То есть, в целом, ну, напрашивается шорт-скальп, что называется. Посмотрите, тоже вот мы росли, Binance. По Binance, смотрите, какие продажи. Росли, росли, напрашивается Барт Симпсон. Вопрос. Шортите ли вы это, друзья? Напишите мне, потому что не знаю, как вы шортите ли, но я это шорчу на нашей любимой бирже Bybit. Видите ли? Шорчу хеджево, вот у меня ом шорт открыт, в плюсе, кстати. Это новый, я тот закрыл, вчера, старый, вчерашний. Вот у меня биток шорт хеджевый открыт на пол позиции. Я тут сокращался еще в итоге вчера. Выводил деньги. И какие-то лонги вижу, что начали отскакивать в плюс. Эфир классический, МНТ даже вон в плюс вышел. Я подсократил перед сном вчера всю часть позиции, чтобы случайно не улететь не туда. А WSOT, ребята, на Bybit уже заканчивается турнир. Сегодня последний день. 17 часов осталось. Когда вы это смотрите, уже даже меньше, наверное, 16, 15, может быть, 10. До конца состязания. Наша команда Sellbuy находится на 125. У нас 125 участников, мы находимся на 137 месте, но я обнаружил такую вещь, ребята, что в региональном Squad PNL, если мы попадем в десятку, а мы сейчас на 16 месте, то мы получим тоже приз. Посмотрите, здесь первая десятка в региональном получает по 10 тысяч USDT команда. Ну, вот эти даже больше получают по объему, видимо. Поэтому можем попробовать. Давайте, только сильно не овертрейдите, лучше уже, лучший враг хорошего. На самом деле, если прибыль есть, забирайте там, риски режьте, потому что турнир турниром, а лучше остаться с депозитом, чем с позицией и с призами, которые в итоге можно не получить. Вот, а у меня, да, я так и сделал, я сократил все пополам, открыл хеджи и могу спокойно, собственно, выдыхать, чилить, что называется, и ждать какого-то движения от рынка, ждать реакции рынка, чтобы среагировать на нее. И да, может быть, будет хороший трейд еще. Может быть, у нас будет хороший трейд, если мы увидим сейчас выход из этого треугольника по альткоинам, по MNT тому же и по многим альткоинам, которые все еще у нас на рекордно перепроданных значениях находятся. Никто не верит в альтсезон, поэтому именно, возможно, сейчас он и начнется. Но это не точно, друзья, дисклеймер, не финансовый совет. Лонг побеждает. Вот, но шортами хеджируемся. Вот, посмотрите еще раз, кто не в теме. Мы это делали на прошлых стримах вместе. И да, у нас открыт лонг, вот, собственно говоря, по 68200 и шорт по 78300 по битку. Соответственно, у нас вот такая вот вилка в плюсе на $720. Ребята, всем профитролей, торгуйте осторожней, берегите депозиты, подписывайтесь к нам в телегу обязательно, на канал тоже жмите на лайк, колокольчик, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше крипты. Я вижу, что мы, кстати, уже с вами очень много, посмотрите, за эти два стрима набрали подписчиков. Нам осталось до 102 500, всего-то чуть-чуть, давайте поднажмем каких-то 30 человек
И разыграем еще обязательно. Как только пробьем 102 500, разыграем еще призов. А у меня на этом все. С вами был Гринни. Спасибо, что смотрите Crypto Commons. И до встречи. Пока. Чао.